Всем доброго времени суток. У нас вот такая вот коробочка. Это у нас ГЛОНАСС. Последняя версия. Коробка стала меньше. Это другой производитель. Сейчас посмотрим, что у нас внутри. Инструкция. Сама кнопка, которая устанавливается на панель и горит зеленым и красным цветом. Ни разу не нажимал. Даже, честно говоря, неинтересно, работает она или нет. Провода. Выносной динамик. Это у нас общение с оператором будет. А это вот сам, собственно, модем УВОС, который связывается со спутником, следит за вами, где вы при работе батареи. Вот и все. Вот весь комплект. Стоит 27 100. В начале года данный комплект доходил по стоимости до 70 000 рублей. Красная цена, конечно, этому 5 000, не больше. За 27 100 можно купить смартфон, который будет и звонить, и определять, где вы, и вообще все, что угодно может делать. Вот. Но в России заставляют на все ввозимые БУ автомобили ставить сие приспособление. Больше нигде такого нет в мире. В 2018 году ничего не поменяется, все так же, тот же самый ГЛОНАСС. Нужно будет сделать СБКТС на основе ГЛОНАССа, и только потом таможня выдает ПТС. Кнопочка, как вы видели в предыдущих наших видео, ставится в места самые разнообразные, не в потолок, то есть можно поставить в какой-то, не знаю, кармашек какой-то там на торпеде, то есть там в какое-то углубление, но не будет бросаться в глаза. Вот. Все равно всем придется ставить на свои авто, даже которые уже в РФ давно, то есть вас все равно в будущем, в ближайшем будущем заставят ставить ГЛОНАСС. Так что, покупая автомобиль уже с установленным ГЛОНАССом без пробега по России, вы уже закрыли этот вопрос. То есть вам в будущем не придется покупать какие-то модули, ездить их устанавливать, у вас уже все будет стоять. Всем пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.